первой гимназии за несколько минут до последнего звонка царит атмосфера радости и волнения. Ведь надо успеть наделать фотографии на память, повторить слова стихов и песен, которые будут исполнены со сцены, а также встретить и разместить в актовом зале родителей и близких. Очень волнительно, потому что я выпускаюсь уже из школы, у меня такого никогда больше не будет. Волнуются также и родители, и учителя, и ученики, так что это волнительный момент для всех абсолютно. Я надеюсь, что мероприятие пройдет изумительно. Так и вышло. В концерте, который вместе приготовили выпускники, родители, педагоги и ученики помладше, было много зажигательных танцев, трогательной лирики, веселых сценок, песен и видео-воспоминаний. Многие родители наверняка в эти моменты вспоминали свои последние звонки и школьные годы. Мне кажется, нам было легче учиться. Сейчас время диктует такие требования к учащимся и в дальнейшем к будущим студентам. Мне кажется, им намного сложнее и строже все, и какие-то новые программы, новые методы обучения. С напутственными словами к выпускникам обратились первоклашки и взрослые, педагоги, родители, представители городской администрации и Соликамской думы. С восторгом весь зал воспринял статистику от директора. Мы ждем, внимание, 17 золотых медалистов! Не обошлось и без сюрпризов. В ответ на танцы своих детей отожгли и взрослые. Последний звонок – это праздник не только тех мальчишек и девчонок, которые покидают школу сейчас, но и, конечно же, их родителей, которые прошли этот путь вместе со своими детьми. Учиться было всем тяжело. Родители вкладывали в нас душу, они переживали за нас. Также очень важен денежный вопрос. Также было тяжело и нам. Мы совмещали репетиции, репетиторов, подготовку к последнему звонку, подготовку к ЕГЭ. Просто нужно было хорошо закончить школу. Твои эмоции от этого дня и от этого вечера? На самом деле все прекрасно, замечательно, все прошло как по маслу. Пожеланий выпускникам на их будущую взрослую жизнь звучало много. А потом оба выпускных класса со своими классными руководителями и воздушными шарами вышли во двор, чтобы завершить торжественную часть последнего звонка. Мы их сейчас будем выпускать в небо. На них пожелания, которые мы адресовали нашим выпускникам, как символ нашей любви, как символ нашего тепла. Вот мы их сейчас отпустим и всегда будем вместе рядом. Это такой традиционный ритуал в гимназии или это вы самый первый таки придумали? Ритуал традиционный, конечно, но шарики у нас необычные. Что в них необычного? Выпуск необычный, звездный, потому и шарики звездные, космические. 3, 2, 1, поехали! Все традиции и ритуалы последнего звонка соблюдены. И теперь без 5 минут выпускники этот вечер погуляют, ну а на завтра начнут готовиться к выпускным экзаменам, ну а далее уже и к вступительным. Пожелаем же им удачи в этом нелегком деле. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».